планировалось привести 3 дуэта. Связывал программы 3 совершенно разнородных пар на сцене, приехавшей из Киева MC Дрофа. Кто лучше и больше зацелован, конечно же, под аплодисменты, друзья. Мы считаем и оцениваем его поцелуи. Но слышите, слышим ваши аплодисменты. Участник под номером 3. После хорошей дозы конкурсов и раздачи красных меховых перцев пришло время дуэта из запорожской команды КВН «Зайнька». Звезды, которых вы любите. Это парочка вон там, на баре, целуются. Инбы бабу. Бабу вам, мужики! Спасибо. Мы вас любим, мы еще вернемся. Зайка. Резиденты Comedy Club, друзья. Понравилось? Ну, судя по аплодисментам, да. Молодцы, спасибо большое, что пришли. Я думаю, что достойной, красивой огранкой выступления дуэта Зайка будет выступление красивейших, двух талантливых и неимоверно харизматичных девушек. Они сестры, Яна и Наташа. Нежно-нежно целуй меня. Ребята, поприветствуем группу «Девайс». Сегодня вас радовала. Целуют этого девца. Молодец! Сегодня день поцелуев. Сегодня разрешено целоваться как можно больше. Любите друг друга, целуйте друг друга. Любим вас! До встречи, друзья! И наслаждайтесь вместе с группой «Девайс». Спасибо! Молодцы, друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем, конечно же. Еще один дуэт, который обещал вернуться. Давайте себе представим, два пацана решили поподглядывать в женскую баню. Давай, братан! Давай, ну что там? Раздеваются, нет? Нет. Братан, ну реально, ну раздеваются, нет? Ничего не происходит. Ну я спиной чувствую, происходит что-то, братан! Друзья, каждую неделю, но в следующий раз пятницу, потом по субботам мы встречаемся здесь с вами. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас. Ла 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 ла. Ла 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 ла. Ла 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 ла. И вала па 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 вала вала па па. До новых встреч в следующую пятницу. Пока. Привет всем давним и новым поклонникам звездного отдыха на Звездном берегу. Мы вас приветствуем на второй серии вечеринок. Рад познакомиться. Меня зовут Андрей Дрофа, я ведущий Перца FM. И, надеюсь, буду постоянным ведущим звездных перцев. Хотелось бы сейчас с вами немножко ближе познакомиться. Кто был, скажите мне, пожалуйста, на первой из наших вечеринок? Давайте поаплодируем тех, кто был в прошлый раз, друзья. Хорошо, а те, кто пришел первый раз к нам... О, ну, в общем, зал у нас разделился на новеньких и стареньких. В таком случае, друзья наши старые, кто был в прошлый раз, кого встречали мы на этой сцене? Пара нормальных были? Были. Comedy Club были? Есть такие, кто хотел бы на память первым унести нашего перчика, а? Зеленый верх, красный низ. Если есть такие, выходите прямо сейчас. Вот практически звездный перец нашей вечеринки. Друзья, ну правда же, красный реально перец. Друзья, есть кто-то, кто может потягаться с этой красивой, замечательной девушкой? Ну вот, ты практически зеленая. Выходи, выходи, выходи к нам. Молодец, еще один перец. Вот это реально, да. Еще есть такие? Друзья, посмотрите, в чем мы сегодня к нам пришли. Поприветствуйте наших номинантов на звание «Звездный перец». Я думал, это будет один человек. Оказывается, нас несколько, поэтому снова такие. Друзья, не могу определить сразу, кто же из них. Проголосуем. Мы умеем уже с вами это делать. В прошлый раз учились. Друзья, сейчас аплодисментами определим, кто же все же первым получит нашего перца. Итак, как тебя зовут? Сергей. Сергей, ваши аплодисменты Сергею!
красоту внутреннюю или душевную, а вот именно за внешний вид. Хорошо, тебя, Манюнька, как зовут? Глория. Глория, поприветствуйте Глория. Молодцы, я так и знал. Ну, давайте сейчас приветствовать... Я даже не знаю, в каком ты наряде, но явно не перца. Хотя на перца очень похож. Как тебя зовут? Нет, отказываюсь. Отказываешься в честь этой Глории маленькой? Конечно. Хорошо, тогда давай мы тебя проводим аплодисментами в зал. Спасибо, рады с тобой познакомиться. Ну и еще один претендент на звание «Звездный перец». Как вас зовут? Ирина. Иринка. Ваши аплодисменты, Ириша. Ну, по-моему, это очевидно. Как бы я ни хотела дать Ирише или нашему парню этот перчик, все же Глория уходит у нас первая с нашим звездным перцем! Молодец! Спасибо вам большое! Спасибо! Спасибо тебе, Глория! Спасибо. Старые добрые, но в старых добрых, Стас, не было одной традиции дарить звездного перца одному из самых активных и, ну не знаю, красивых, возможно, болельщиков. Видел ли ты кого-нибудь, кто ну просто сходил с ума под твои песни, которому бы ты вручил со сцены звездного перца? Да, можно на сцену его пригласить? Вот он, самый активный болельщик, вот наш звездный перчик. Илюша не понимает, что происходит на самом деле. Илюша, не бойся, это люди. Но они в клетке, они не кусаются. А это Стас Шуринс, который лично вручает тебе этот приз. О. Молодец! Победитель, чемпион! Ну что же, друзья, давайте Илюше поаплодируем. Поаплодируем Стасу Шуринцу. Спасибо большое, зажигательное шоу. Пока. Друзья, мы продолжаем, конечно же, это «Звездный перец» от стильного радио «Перец ФМ». Благодарим вас, что вы с нами. Как настроение? Слушайте, вас неимоверно много. Мы уже там за кулисами говорим, что на следующий раз обязательно повесим экраны. На четвертую вечеринку пригласим Киркорова, а после него будет выступать Стас Шурин. Нормально? Окей. Бармен шоу, бар плюс. Друзья, детям мы, конечно же, от этих двух дядь не будем предлагать эти напитки. Но лично я, например, попробую. Можно? Действительно алкогольный? Давайте детям повзрослее предложим эти напитки. Кто ответит мне, что судьбой дано? Об этом знать не суждено. Хорошее телосложение. Безумно красивый голос. Ну-ну-ну-ну-ну, что-то слабое. Я говорю, мне кажется, что я сам с собой разговариваю. Да, друзья, это наш, как вы сами его назвали, Майкл Джексон, Матиас! Встречайте! Ближе к солнцу мы несем, и в душе растает лёд, если эти красавицы меня забудут. Я хотел просто быть рядом. Я хотел танцевать. Активнее, активнее. Давайте кружим. Друзья, мы продолжаем.
Спасибо, вы нереально крутые! Друзья, давайте все дружно крикнем! Перец лучший! Перец лучший! Перец лучший! Перец лучший! Мы на звездном берегу! Вы самые лучшие, друзья! Спасибо большое вам! Вы крутые! Аплодисменты самим себе! Спасибо! Хорошего вам вечера! До свидания! Ну что же, продолжается наша дискотека, друзья, звездные перцы! У нас так однажды на диджей-сете было. Мы делали диджей-сет. Перцы, я часами случайно задел на кнопку выключения. Перцы! Выключил! Все выключил! Все выключил! Мы делали целый сет, пришло Самые горячие. Ребята честно отработали программу, наверное, им пора отдыхать. На прошлой вечеринке мы такую вот себе тоже традицию начали, да? Мы определили несколько звездных перцев. Есть кто-то, кто одет вот, в стиле, в форме нашего перца. Ну, например, зеленый вверх, красный низ. Если такие есть, выходите к нам, мы обязательно сейчас вручим вам первому наш перец. Ты сестричка? Как тебя зовут? Иза, братика какой-то. Глеб. Давайте поаплодируем Глебу. Видим, что он реально сегодня одет в форму нашего перца. Наш маленький перчик достоин этих аплодисментов. Вот так вот, друзья, мы вручили первый перец. Ну что же, сейчас аплодисменты себе, самым красивым, активным и отдыхающим на Звездном берегу. Традиционно гостеприимным хозяином на сцене был ведущий Андрей Дрофа. Скажем, начали. А зажигала олимпийский огонь вечеринки Галя Кудрина, солистка и автор песен группы «Диверсанты». Обычно их двумя способами. Первый из них – лично можешь задать любой вопрос присутствующим в зале, кто ответит, тот и молодец. Или же просто вот так на глаз глянуть, вот мне вот этот мальчик или девочка нравится, пускай уходит. Как решит? Вопрос? Кто сказал вопрос? Родители, вы что, еще трезвые? Ведь вы на отдыхе. Давайте мы будем это разыгрывать среди детишек. Давайте вы в зале, Галя, бросает тот, кто словит, тот и молодец. Фактически как венок на свадьбе, Галина в роли невесты, да. На раз, два, три, друзья, ловим наш перчик. Итак, отсчет залом ведем. Один. Три. Вот, ведешь себя как настоящая невеста. Поигралась с нами Галя. Еще раз. Один. Есть! Привет, как тебя зовут? Дарья. Дарья. Даречка, можешь, ну не знаю, поцеловаться, обняться под аплодисменты публики солистой группы «Диверсанты». Наверное, символично, что приз получил именно ребенок, ведь сердце Гали сейчас открыто для маленьких человечков. Девочка любит тепло, я люблю весну, она моя, я пошел ко дну. Любимый центр отдыха приветствует вас невероятно, казалось, на четвертой вечеринке из серии «Звездные перцы». Добрый вечер! Вас, как всегда, на этой сцене, на Звездном берегу, ожидает яркий калейдоскоп событий с участием самых ярких исполнителей. Разыграем символов наших вечеринок, ярких, красивых и, конечно же, памятных перчиков. Кто одет точно так же, как наш перчик? Вот, уже есть у нас заготовки, выходите к нам! Есть еще кто-то, кто случайно или специально оделся так же, как наш прекрасный перец. Друзья, а ну-ка посмотрите, в чем вы сегодня к нам пришли. Как тебя зовут? Владимир.
Это Владимир, ему 7 лет, он приехал с детского садика «Солнышко» города Краматорска. Что ты слышал? Кто ранее здесь на трех предыдущих выступал? Ты знаешь кого-нибудь? Всех забыл. Откуда ты? Россия. Владимиру привет от Юрая Курая и от всех ведущих стильного радио «Перец ФМ». Спасибо, ребята, спасибо. Ну, а пока сходите в зал, давайте смотреть концерт. Дамы и господа, на звездных перцах впервые, но, конечно же, не в последний раз. Любимица публики, очаровательная, непревзойденная и безумно талантливая. Алёша на звездных перцах! Связывает эту чудесную двоечку наш бессменный ведущий Андрей Дрофа. Желая получить из рук обаятельного фронтмена талисман вечеринки «Перчик», на сцену вышли по призыву ведущего 5 конкурентов. И неожиданно для себя оказались участниками блиц-турнира по стихотворчеству. Озонник, озон, качает музон. По-настоящему качают. Что у вас? Сейчас. А на сцене у нас озон. Не стригу я, блин, озон. Но люблю я песни и дусы. Я хочу перчик. Не надо. Отлично, мне кажется. Но выбирать вам, друзья, слушаем. Как вам? Хорошо, хорошо. Ну, что ты скажешь? Как это ни удивительно, но лучше всех зарифмовал свою любовь к Арсению самый младший фанат. Звездные перцы молодцы, они там все самцы. Неожиданный поворот на самом деле. Что скажите по поводу сегодняшнего вечера? Привет! Привет всем давним и старым поклонникам звездного отдыха на Звездном берегу. Вот под такие вот браурные фанфары вышел я весь летний. Добрый вечер вам! Сегодня практически юбилейная вечеринка из серии «Пятая вечеринка» из серии «Звездные перцы». И благодаря партнеру «Звездного берега», стильному радио «Перец ФМ», все наши вечеринки здесь проходят. Если такие, кто одет в красный низ и зеленый верх. Вот эту девочку я четвертый раз или пятый уже вижу. Привет! Прежде всего, шоу, бурлеск и шутки на грани фола, которые, тем не менее, вполне вписываются в концепцию остроперечного звездного микса, подаваемого этим летом стильным радио «Перец ФМ» в концертном зале Международного центра отдыха молодежи «Звездный берег». Однако возникает вопрос о востребованности столь экзотичного жанра. Герантон, друзья! К
Отлично разбираясь в рецептах приготовления хитов, Антон скоро станет участником программы «Званый ужин», и Украина сможет оценить его гостеприимство и навыки на кухне обычной. Давайте поступим как на свадьбе. Я повернусь и брошу назад в качестве жениха. Кто хочет стать моей невестой? Там драка просто. Ну вот. Твоя невеста. Вот наш звездный перец, вот Кир Антон, вот наши самые активные и веселые зрители. Не слышу вас, Орловка! Ну что ж, ты вышел на моих аплодисментах. Еще раз похлопайте артистке. Спасибо. Ну что ж, Андрей Дропа, теперь выходит к вам. Ну, смеемся мы здесь все за кулисами Дана Нэшнл, друзья. Вот не только поет, но и стихо плетет. У тебя громче, гадина. Артистка трансвестит. Слово трансвестит. Певица трансвестит. А, певица. Сама ты артистка. Это не трансформер. Итак, на раз, два, три, один. Два, три. Мы продолжаем. Мы продолжаем, и я у Андрюши вырвала эту ветку по пальму первенства. Да, потому как мужчина-то повыше будет. Мы спорили о том, кто его объявит, поэтому, ну как же давить? Что тут спорить? Мы с ним близки, мы ехали в одном такси. Ухоженный, пахнючий, красивучий, самый-самый-самый-самый. И вынюхала же в такси. Иди уже отсюда. Да, это моя функция. Завидуй молча. На сцене, друзья мои, секси-бой, Кише. Я буду помнить мелодию твою. Снова во сне, снова тебе отпою. Пройду. Three, go! Yeah, baby. Мужчина, поздравляю. Поздравляем, конечно же, аплодисментами. Надежда Сдобнова, Роман Тищенко. Стильное радио «Перец ФМ». Добрый вечер! Добрый вечер! Приветствуем всех вас, друзья, на шестой из серии вечеринок «Звездные перцы». Вот уже второй месяц по субботам мы с вами собираемся здесь, в самом огромном и масштабном концерт-холле на всем побережье Черного моря, дабы насладиться калейдоскопом ярких исполнителей. Вот, у нас есть две замечательные, постоянные зрительницы «Звездных перцев» и ваши аплодисменты! Здравствуйте, дамы, рад приветствовать. Давайте знакомиться. Зовут вас как? Людмила Леонидовна, ваши аплодисменты и поддержка Людмиле Леонидовне. С вами знакомимся, хотя эту даму я хорошо знаю. Валентина. Валентина, вот так вот просто. А к вам идет, смотрите, какой загорелый мужичок. Сейчас с ним познакомимся. Здравствуйте. Валерий. Валерий. Браво нашему первому участнику. Надежда Бабкина действительно была здесь неоднократно, но на эту сцену не выходила. Поэтому мы вас благодарим, дарим диск с автографами участников группы «Фристайл», на котором исполняют все песни группы «Фристайл» звезды украинского и российского шоу-бизнеса. Были братья Борисенко, браво, один балл вам. Был Андрей Кише. Были, друзья, паранормальных. Вы получаете у нас диск Олега Винника с автографом. Повернитесь к зрителям, ваши аплодисменты нашей счастливице. И снимайте с руки Валентина ваш заслуженный перец. Молодец, дайте поцелую. Вот она, первая наша победительница. И ей ваши аплодисменты. Группа «Фристайл». Знакомо, наверное, каждому. Это, друзья, они поют про калину, которая цветет, про кораблик любви и три сосны на бугорочке. Восторгаются, ах, какая женщина, и щурятся, больно мне, больно. И, конечно же, про маму. С днем рождения тебя, мама милая моя. Признаюсь вам, друзья, это моя любимейшая песня с детства.
Сегодня на сцене легенда, друзья, группа, которую вы назовете мне лично, группа Фристайл. Встречайте, вот они, на Звездных Перцах. Как говорит сама Нина, в период становления они были группой второго концерта. Долго уже не буду говорить после замечательного нашего ведущего Дрофы. Поэтому спасибо ему большое, спасибо вам, что вы сегодня с нами, и начинаем активно отдыхать. Знаю только фонари, 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 как меня ты целовала с зари до зари, и как нежные слова говорил, говорил от зари до зари. Сергей Кузнецов и группа «Фристайл». Ниночка, Нинулечка, вы такая красотулечка. У вас только нежность и щедрость, и добра, и очень добрая душа. Спасибо вам. Вау, спасибо вам. Наш «Фристайл» хоть и не вещи, но творит такие вещи. На Орловке выступает, всех крымчан он развлекает. Я думаю, не только друзья крымчан, но и, конечно же, гостей Звездного берега. Сейчас вам, Нина, вам, Сергей, предстоит выбрать вот из трех наших перцев одного, чья ода, чья речок гостей вам больше всего понравился. Ну, победила, ах, какая женщина. Ах, какая женщина. Ах, какая женщина, какая женщина. Легендарная группа. Группа «Фристайл», друзья, на Звездных Перцах, на Звездном берегу. «Фристайл»! Спасибо вам большое. Всего наилучшего, а наша вечеринка, наш концерт, звездный концерт, друзей, продолжается. Новые имена – это возможное будущее украинского шоу-бизнеса. И бессменный ведущий «Звездных Перцев» Андрей Дрофа с удовольствием объявил... Очаровательная и такая лиричная певица Лена Бондарь на сцене «Звездных Перцев». А ты всегда моя лента, стучится в окно. Открываешь ты галеты, встречай его. Вырисуй в это лето ярким карандашом. И по нашему сюжету будет все хорошо. Солнечная летняя Лена Бондарь, друзья, которая обещает, что у нас будет все хорошо. Хорошо, не правда ли? Впервые за все шесть наших вечеринок сразу два перца, не знаю, своим родственникам и друзьям подарите, уносит наша активная зрительница. Спасибо вам большое! А это была Лена Бондарь! Дополняя традицию розыгрышей сувенирных красных перчиков, ведущий Андрей Дрофа раздавал... ...диски Олега Виника с его автографами. Друзья, я не знаю, кому из вас он даст, просто Олег, на выбор. Зал веселился и танцевал, и хотел еще, несмотря на то, что завершающая вечеринка продолжалась уже 2.5 часа. Друзья, у нас есть еще, конечно же, перец, но его просто так наглостью не заработаешь, заработаешь только талантом. Правая половина – это мужская. Да-да, друзья, есть поклонники и среди мужчин. Мужики, кому нравится, в смысле артиста же, конечно, Олег Винни! Есть от него. На сцене Винни голос душу рвет и от макушки. В высоких берцах, ты понимаешь, это класс, такие вот есть крутые перцы. Вот это молодец, супер. Спасибо, друзья. Мне кажется, звездный перец нашей вечеринки определился сам собой. Правда? Yeah!
Валерий, ты первый.